как я начал говорить, современное образование, даже если мы говорим об образовании для взрослых, оно концентрируется на очень небольшом количестве вопросов. Это вопрос, то есть на самом деле образование, конечно же, это способ решения определенных личностных задач. То есть к нему с какого-то момента так перестали относиться, то есть вроде как положено образовываться всем. Это является условием вхождения нового человека в общество, его развития в этом обществе и так далее. Но в принципе, если смотреть с точки зрения, откуда берется этот запрос на образование, он берется из задачи достройки человека для того, чтобы в какой-то момент он был готов соответствующие задачи решать. Ну и первая задача, собственно говоря, она формулируется не самим человеком, она формулируется его родными, старшими. Это задача социализации. То есть надо человека привести в такое состояние, в котором он будет полноценным членом общества, сможет с другими членами общества взаимодействовать. Для этого он должен говорить с ними на одном языке, он должен рассуждать с ними в одной картине мира, он должен использовать некоторый набор базовых интеллектуальных операций, которыми должен владеть каждый член общества, и это позволит ему нормально функционировать, в общем-то говоря. Ну и дальше он выбирает себе профессиональную специализацию, в рамках ее он доподготавливается. Это вторая задача. Ну и дальше, собственно говоря, образование для взрослых в его современном виде, оно решает задачи некоторой достройки и докрутки человека под уже там те условные вызовы, которые он там в работе, с которыми сталкивается. Ну, то есть, например, курсы повышения квалификации хлебопекарей, рассказ о новых методах хлебопечения. Они съездили, возвращаются, теперь они готовы на своих хлебозаводах выпекать хлеб по-новому. Вот такие разные задачи, в которых там миллион разных, очень точечных в образовании для взрослых есть. Они все сводятся к одной единственной теме, это повышение профессиональной компетенции или переподготовки профессиональной, в зависимости от того, там, как на своем профессиональном пути человек развивается. Но понятно, что человек — это не только участник производства экономического, это в принципе еще и отдельная личность, которая живет во времени от рождения, условно говоря, там, или там вызревания некой собственной личности и до смерти. Вот. И на этом пути есть несколько точек, когда человеку на самом деле нужно, чтобы кто-то ему помог. Вот. И первая из этих зон, это мы уже сказали, это зона социализации. Вторая зона — это зона входа в общество. Третья зона — это такая интересная зона, когда человек, попробовав и пощупав разные виды деятельности, общество выбирает себе какой-то собственный путь, который он понимает, станет его основой его деятельности на значительную часть его вот этого периода профессиональной, физической, интеллектуальной активности, период от условно там 25 до 50, как правило, у людей сопровождается созданием семьи, развитием какого-то дома, хозяйства, вот, когда они заводят и выращивают детей, когда человек заводит и выращивает детей, как-то обустраивает свою жизнь экономически. Примерно к 50-55 годам обнаруживает себя уже сейчас в такой достаточно специфической ситуации. Он вырастил детей, он профессионально реализовался, в основном вышел на некоторые платы, он экономически состоялся, у него есть все эти благоприятные условия для жизни, и человек ставит вопрос, что дальше? Потому что он понимает, что вообще-то говоря, раньше, вообще-то говоря, люди в этом возрасте умирали, часто. Да? То есть до этого они на самом деле умирали лет в 30-35, вот, совсем давно. И это было время, когда вот, на самом деле его даже еще застали в русских сказках, где жили-были старик со старухой, это относится к людям возраста 30-35 лет. То есть они те самые старик со старухой, потому что в 35-40 уже человек был дедушкой, как правило, и ему уже в могилу скоро было пора.
типовом варианте. Вот. Потом, значит, люди совершили улучшения в медицине, в гигиене и прочее, продлили сильно срок жизни, стали жить лет под 60. Значит. Вот. Человек заканчивал свою профессиональную деятельность, ему немножко оставалось еще дожить, там, пенсионер в режиме, значит, огородик-садик, и потом опять умирал. Современный человек уже, опять же, с нововведениями медицины, хорошим питанием, благоприятными другими условиями, знает, что он нормально в активном режиме доживет до 75-80, а то и больше. А в промышленно развитых странах, Япония, США, люди уже приближаются, там, средний возраст за 80 уже, там, 85-90, вот. Получается, что у них там еще приличный такой кусок потенциально активного времени. Что с ним делать? А вот здесь появляется возможность смены вообще принципиальной личной траектории, где человек занимает другую позицию, он становится там ментором, а он уже, в принципе, у него нет личностных задач, да? То есть он уже вырастил детей, он экономически себя обеспечивает, так далее. Он может отдать себя немножко вот больше миру, сообществу и так далее. Он становится ментором, лидером социальных проектов, лидером движения и так далее, и так далее. Что движений таких каких, или не обязательно лидером, может последовательно, может посвящать тебя волонтерской работе. Я знаю людей, которые берут брали в этом возрасте там, людей, детей на воспитание и так далее. Что-то больше дать обществу, потому что он уже себе и своей семье много чего дал. И для этого ему нужно подготовиться. Появляется запрос на еще одну вот такую зону в образовании. Вот что делать с этим активным периодом жизни, с 55 условно до там, 80. Это тип людей, которых мы условно называем новые и старые. То есть это как бы не такие старые, которые были, которых мы вот знаем традиционно, эти дедушки, бабушки, согбенные, значит, копающиеся на огородах и дотягивающие на скромную пенсию, значит, срок до старости. Это активные еще люди, которые знают, что им, в принципе, еще много что можно сделать и которые хотят это сделать. Вот таких людей сейчас появляется в городах все больше, больше, больше. Для них нужно что-то делать, для них нужно как-то создавать вот условия до образования. Появляются соответствующие университеты, такие проекты есть в Европе, в США, там университет Джона Кеннеди, университет в Дании довольно известный, вот, которые направлены на образование для пожилых, для социально активных или творчески активных пожилых людей. Есть еще одна зона очень интересная, возрастная. Это когда люди уже понимают, что, в общем-то говоря, им осталось не очень много времени, и они хотели бы, ну, как это в классическом варианте, о душе подумать, да? Вот. То есть, на самом деле, правильно уйти из жизни – это тоже искусство. Точно так же, как правильно войти в жизнь, да? И этому сейчас, ну, как сказать, никто не учит, ни к этому никто не готовит. Это особое. И это, к сожалению, бросается на, так сказать, бросается на личный способ решения человека. Кто находит себе утешение в религии, кто находит себе утешение в семье, кто нигде не находит себе утешение. Но вопрос в том, что к последнему этому периоду жизни тоже можно готовить, тоже можно учить. Там много чему можно учить. Соответственно, вот эта специфическая тоже, называемая, экзистенциальная задача, бытийность, с которой сталкивается каждый человек, мне кажется, в какой-то момент все больше и больше начнет входить в зону образования для взрослых. Если мы посмотрим на то, вот эту периодизацию, которую я только что изложил, про образование для взрослых, которое начинается с подготовки ребенка, а потом юноши к жизни, активной жизни в обществе, потом активно живущий в обществе, заводящий семью, такой домохозяин, потом человек, который уже решил задачи дома, хозяйства, воспитания детей и так далее, и так далее, становится человеком, который служит интересам общества, а в последнем периоде, значит,
это человек, который уже посвящает время душе, так сказать, и готовится к смерти, вот такую периодизацию мы, как ни странно, можем обнаружить в очень древних текстах, в частности, в ведических текстах. Это вот как бы некая такая коллективная цивилизационная мудрость индусов, да, которые вот именно так периодизировали жизнь брахманов. И именно так они их готовили. И на каждом этапе у них было соответствующее, ну, условно называем их, образовательное решение, которые позволяли людям с соответствующими задачами справляться, были там тексты профильные и так далее, и так далее. Вот для меня это иллюстрация такого тезиса, который один из тезисов, который мы продвигаем. Таких примеров много можно найти, что образование будущего будет возвращаться к фундаментальным основам. То есть к тому, что люди когда-то в древности знали, помнили, умели, а потом забыли в связи с тем, что они, условно говоря, оторвались от корней и двинулись сначала в аграрное поселение, потом в города и так далее. Вот будет возвращение к истокам. И это вот один из примеров этого.